Не потому, что я особо... А чё он по-русски говорит? А чё, ну, он же не нацист какой-то, правильно? Чё ему, сложно на русском поговорить? Вообще нет проблем, как видишь. Они же не нацисты там в Украине, правильно? Вот и говорит по-русски. А вот президент России на украинском сможет заговорить? Или, ну, не? Бесплатных товаров не бывает, надо платить. У меня, нам наши партнеры говорят, оставьте нам цены текущего года. Мне один мой приятель в прежние годы говорил, когда я у него что-то там ставил перед ним какие-то сложные вопросы, он мне говорит, ты что, с глузду съехал, че шо? Это я прошу прощения за произношение, может, оно неправильно. Ну, перевод такой, ты что, с ума сошел? Ну, вообще, да, с ума сошел. Подряд. Владимир Владимирович, вот разговоров. Вот. Сейчас, минуточку. Которые вы уже фактически немножко ответили или намекнули, что уже ответили, когда звонили из Киевской области, то, что вы поняли без перевода. Понимаете ли вы украинский язык? Могли бы общаться с людьми в западных регионах Украины? Бывали ли в Карпатах? Есть ли планы покататься там зимой на лыжах? Планируете ли посетить еще какой-нибудь украинский город, может быть, в Западной Украине? Планирует. Отдельные фразы я, конечно, могу понять на украинском языке, но когда это в потоке речи, в высоком темпе, конечно, мне трудно иногда даже понять суть того, о чем говорится. Хотя мне нравится украинский язык. Мне очень нравится. Я немного из него знаю. Еще в студенческие годы пытался читать «Кобзаря». Но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишие так. Да не, ну еще переобулся. Может быть, ему реально нравится украинский язык. Он же не говорил, что мы начинаем войну, потому что мне не нравится язык украинский. Так-то, может, ему реально по факту нравится украинский язык. Все. Да и тем более, что бы он тогда сказал-то в те времена, вы что? «Не йде, и ніч йде, и голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди и науки?» Я помню, прочитал и думаю, вот как кстати. Я думаю, что я такой балбес, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем и ценим, и у них тоже были такие же чувства и переживания. Вот, поэтому я так запомнил до сих пор. Но, конечно, к сожалению, украинским я не владею. А что касается Западной Украины, то я там был. Мы с женой ездили в свадебное путешествие на машине. Именно в Западную Украину проехали, я не помню, там Виноградов, по-моему, город есть такой, да? Берегово. Виноградово, Берегово. Берегово, да? Да, Закарпатье. Да. Потом это вот один раз я там был. Очень красивое место, ну, очень красиво, мне очень понравилось. Настолько и ему, походу, это все понравилось. Поэтому. Второй раз мы там были, мы катались на лыжах там, снимали просто в хате. Комнату, большая комната, и нас там было, правда, очень много. Человек 10-12, мы прямо вот в одной комнате все и спали. И у меня очень хорошие впечатления остались. К нам очень по-доброму относились. Ну, душевно. И у меня очень приятные воспоминания. Я бы с удовольствием туда съездил еще раз. Съездил. Да заебали. Я бы хотел, чтобы... Ты русский? Блядь, ну сколько можно, а? С глузду съехал, чешу, с ума с... Блядь, ну охуеть смешно, конечно, я в ахуе, блядь, ребят. А что будет потом, если не будет Путина? До конца. Сошел. Я украинец. Ой.